Это произошло на 15-м году правления императора Тиберия. В те времена, когда Понтий Пилат правил в Иудее, а Ирод властвовал в Галилее. Слово Божье пришло к Иоанну, сыну Захарии, жившему в пустыне. «Я глас вопиющего в пустыне! Подготовьте путь Господу! Проложите ему прямую тропу! Все долины сравняются, все холмы опустятся! Извилистые пути станут прямыми, а ухабистые – гладкими! И все узнают о спасении Божьем!» «Слава Господу!» «Змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева Божьего? Не хвалитесь попусту и не говорите себе: Авраам – отец наш! Ибо говорю вам, Бог может сотворить сыновей Авраамовых из этих камней!» Топор уже лежит у корней дерева. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас водой, но за мной идет тот, кто сильнее меня, которому я не достоин даже развязать сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. И Святой Дух снизошел на него в образе голубя, и раздался голос с небес: «Возлюбленный сын мой, на тебе мое благоволение.